Реализация программы по переоснащению лечебных учреждений современным оборудованием и повышению качества медицинских услуг председатель правительства Татьяна Туранская провела совещание по итогам работы системы здравоохранения за прошлый год. Основные итоги деятельности на сегодняшний день можно выразить следующим образом. Первое – это улучшение качества оказания медицинской помощи за счет улучшения диагностики пациентов, лабораторной диагностики. Улучшились моменты, связанные и качество оказания медицинской помощи в области обеспечения пациентов эндоскопической помощи. Наряду с улучшением материально-технического обеспечения лечебных учреждений, кадровый вопрос – один из основных для системы здравоохранения. По оценке Минздрава, в прошлом году оттока специалистов удалось избежать. А на встрече с начальником госслужбы транспорта и дорожного хозяйства обсуждалась передача техосмотра из ведения МВД в профильную госслужбу. Напомним, соответствующий указ президент подписал 13 мая. Председателям правительства были поставлены задачи в части, в первую очередь, это сделать этот переход максимально мягким, чтобы граждане, юридические лица, которые проходят технический осмотр, не почувствовали никаких перебоев в процессе передачи, чтобы он прошел незаметным непосредственно для пользователей техосмотра. Кроме того, Татьяна Туранская озвучила ряд поручений, направленных на упрощение процедуры прохождения техосмотра.